Баракаллаху фикум. Каково, по вашему мнению, шариатское положение в отношении ношения перстня, на котором гравировка с именем Аллаха, и каково положение шариата о ношении железного кольца? Что касается кольца, на котором гравировка с именем Аллаха, то если владелец этого кольца написал на нем свое имя, его имя Абдулла, то в этом нет проблем. Потому что на кольце пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, было написано «Мухаммад, посланник Аллаха». А если написано только имя Аллаха, то написание только лишь имени Аллаха на кольце или еще где-то, то в этом нет никакого смысла и никакой пользы, потому что оно не является составленным полезным предложением. И большинство тех, кто пишет таким образом, стремятся получить благословение от этого имени. А и спрашивание благословения таким образом, через имя Аллаха, то этому нет основы в шариате. И это будет ближе к нововведению, чем к дозволенному. А что касается ношения железного кольца, то правильное мнение таково, что в этом нет проблем, ибо пророк сказал человеку, который попросил пророка женить его на женщине, которая предложила себя в жены ему, но он не пожелал ее. Он сказал ему, постарайся найти хотя бы железное кольцо. И этот хадис приводится в двух достоверных сборниках. А что касается того, что железо — это одеяние обитателя огня, то некоторые обладатели знания сказали, что этот хадис является отклоненным и не принимается.